Большинство сотрудников МВД в этот день, как обычно, находятся на посту. Так в Якутии полицейским удалось по горячим следам раскрыть кражу золота на 100 миллионов рублей и убийство охранника. По данным оперативников, трое злоумышленников вступили с ним в сговор и похитили из сейфа 40 килограммов драгметалла. Затем мужчину убили, похищенное поделили и пытались скрыться. Полицейские сработали оперативно. На место преступления прибыли на вертолете. В кратчайшие сроки подозреваемые были задержаны. Похищенное удалось вернуть. Кроме того, установлено, что двое из взятых под стражу причастны к другому преступлению – краже 8 миллионов рублей из одного из офисов.